Ну да, первый раз. Это вообще почти стихи, которые я никогда не читала. Может, некоторые я читала. Пару штук. Ну, вообще, как я говорила, я сначала нужно один раз скажу, что потом второй, третий, выпустить три раза. Понимаешь, не выпустить по сведению, мне кажется, ты уже еще раз выпустить, да? Сейчас нет, а потом, может быть, у меня вот будут еще мероприятия. Марина Ильяна, кстати. Вот, у меня будет два выступления, но библиотеки на Арбатской 8-16 числа января, но там маленькие, и не знаю, где это читать. И большое выступление совместно с Станиславом Павловым 21 января, это примерно 6:30, в Еврейском общинном центре на Рождественной 3. Там будут много сотворений, какие-то эти, какие-то другие, будет разнообразие, и там будет гораздо менее сияющее. Там будет сегодня праздник виноградный, праздник выступления Нового года, а там будет просто художником, и я буду просто человек от объекта, который, собственно говоря, не является. Да, мы продолжаем наше.